Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Максим Кузнецов. Сегодня я вам хочу рассказать про свой один необычный лот. Это экскаватор GCB-30X Super. Данный лот находился на торгах через аукцион на повышение. Техника находилась в городе Москва, что не составило мне труда ее осмотреть. Сделал несколько фотографий, снял видео. Экскаватор мне очень понравился и принял участие в его покупке. Купил я его за 1 200 000. Рыночная цена его примерно составляла 2,5 миллиона. Но была одна трудность после покупки. Документы от данного экскаватора залогодержатель не хотел нам отдавать. Эта процедура продлилась около полугода, но сильных проблем нам это не принесло, так как мы покупали технику за собственные деньги. В конечном итоге, как только мы получили документы, технику продали сразу же в течение пару дней за 2 400 000. Невзирая на трудности, я заработал на этом лоте за полгода более 1 000 000 рублей. Поэтому я вам советую не бояться участвовать в торгах, вступайте в НААП и выигрывайте вместе с нами. С вами был Максим Кузнецов. Пока!